Скоро 8 марта. Что вы готовы подарить своим любимым девушкам, женщинам? Можно я даже покажу. Сейчас. А кому покупаете? Жене? Конечно, жене. Да, а кому же еще? Значит, во-первых, красную икру. Почему? Ну, потому что, значит, красная икра – это, значит, чистый белок. Чистый белок – это облагораживает организм. Икру надо есть всегда с маслом, со сливочным, самым лучшим. Значит, икра, масло, что еще? Вот. А, и сок. Вчера целый день бегал по Гродно и нашел французские духи. Купил специально любовные носки. Но есть такая традиция, женщин, наоборот, мужчинам дарят носки. Ой, значит, женщины мужчинам дарят носовые платки, и все, значит, вот. А мужчины, значит, мужчины женщинам дарят французские духи, парфюм по-английски называется, и носки.